Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики Александра Алёнина. Я сейчас с ним встретился вновь. Я могу, ну, действительно сказать, этот мужик, он очень стойкий, очень большой силы воли. Поясняю почему. У него хватило решимости приехать сюда, в Москву, здесь остаться, жить в комнате, снимать эту комнату за втридорога, где до него там докапывается то бабка Каркалега, вот, которая живет в этой квартире, то какой-то алкаш, криминалитет, блин. Ну, собственно, почему у Александра стойкость и сила воли? Собственно, потому что он работает на такой, блин, тяжелейшей работе. Это очень тяжелый труд, реально. Ну вот, собственно, по этому поводу я пока все могу сказать.